Пушкина свои двери распахнули сразу два магазина в одном помещении – «Мишка Панда» и «Спорт Пульс». Двухэтажное здание расположено по улице Надсоновской. Первый этаж отвели под товары для спорта и назвали «Спорт Пульс». В магазине Пушкина мы берем сейчас вектор единоборств и художественной гимнастики, так как этот город у нас хорошо развит в этом плане. Карате, самбо, тэквондо. И также мы ввели здесь ассортимент велосипеды, большое количество, и самокатов, начиная с обычных дорожек, заканчивая трюковыми. Цены весьма демократичные, даже, можно будет сказать, где-то дешевле, чем и в интернете. Спустившись на цокольный этаж, где расположен магазин «Мишка Панда», будто окунаешься в мир детства. Вокруг свист и звон десятков тысяч игрушек, детский смех и восторженные голоса. И, конечно же, атмосфера праздника и волшебства. Каждая витрина здесь тематическая. Эта часть магазина отведена под детские кроватки и пеленальные столики, комоды, коляски, автокресла. По соседству ровными рядами на полках возвышаются товары для творчества и учебы. Здесь есть все необходимое для школы. У нас очень качественные рюкзаки, скажем, на любой вкус и рост. Тоже так, как они подбираются индивидуально, обязательно, чтобы эргономичные были. Также у нас есть все из канцтоваров. Цены хорошие у нас, приятно удивят всех в нашем городе. Все покупатели, которые у нас уже побывали, ходят повторно, то есть они стали нашими постоянными клиентами. Выгодные цены, высокое качество товаров и постоянно обновляемый ассортимент. Вот отличительные черты нового магазина «Мишка Панда». Довольны ассортиментом, да, и выбрали то, что хотели. Не пришлось там далеко ехать. Для сына 4-й класс идет, брюки, рубашечки, обувь, сменка, все есть. Цены хорошие, по сравнению с тем году, который мы покупали, здесь дешевле. В нашем магазине многодетные семьи смогут оформить карту на 15% скидку. При себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении детей. Магазин «Мишка Панда» находится по адресу улица Надсоновская, 24. Мы ждем вас ежедневно с 9 утра до 8 вечера.